Шляпки Мишка. Шляпки Мишка. Шляпки Мишка. Я ты что? Ну такой сладкий Мишка. Покормили. Ой, деду, блин, мать вот эта вот неугомонная. Сладкий Мишка такой. Мишка, Мишка, Мишка. Хомячок. Ты хомячок, ты хомячок, ты хомячок, ты хомячок. Хомячок. Ну подожди, мать. Подожди, мать. Ой, 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 ой. Да что ты? Ой, ой, ой. Эй. У ребенка чудовищный саркоптоз. Просто чудовищный. С него все это сыпется. Мы обработали, но боюсь, что этого будет мало. А сегодня у ребенка открылась очень сильная рвота. И искупать его пока нельзя. Поэтому, друзья, мы сейчас между двух огней. И искупать ребенка надо, потому что, когда его трогаешь, он словно весь наполнен песком до такой степени. И в то же время очень сильная рвота. Ну что ты, мой золотой? А? Что ты, мой хороший? Ну, что ж ты заболел-то? А, ребенок? Давай выздоравливай, солнышко. Давай выздоравливай, мой золотой. Ну, ты же у меня красивый, умный, сильный детеныш. Выздоравливай, солнышко. Выздоравливай, зайка. Маленький мой хороший. Выздоравливай, детка. Пожалуйста, мой хороший. Тебя уже семья ждет. Выздоравливай, солнышко. Выздоравливай. Ну что, козленок? Хвостиком виляем, да? Хвостиком виляем, мой золотой. Ты мой красивый, маленький. Все, ребенок поправляется. Очень хорошо. Просто замечательно. И ждет свой дом. И сразу хвостиком, сразу хвостиком. И лапкой, да, и играть начинаем. Ну что, ребята, сейчас эту капельницу сделаю. И посмотрю, как ребенок будет себя чувствовать до завтра. Катетер пока не снимаю, на всякий случай. Да? Посмотрим, как будет кушать. Ну и отлично. Да, ребенок? Да, мое солнышко. Все, последнюю капельницу и снимаем. Просто уже я туда капаем, чтобы уже было все хорошо. Друзья, наш медвежонок поправился. Слава Богу. Да, ты мой красавчик. Да, сегодня третий день, и ребенок начал кушать. Отлично. Еще один камень с души. Ну, все, детеныш. Все, ребята, мы начинаем купаться. Да. Ух ты, твою мать. Все будет хорошо. Потому что у ребенка жуть, что творится. Все, с капельниц мы слезли. Животик у нас восстановился. Теперь сейчас накупаемся. И все, ребята, и будет все замечательно. Да, красота моя? Эй, как же я тебя буду мочить? Кошмарик ты мой. Такой кошмарик, ребята, это вообще весь как в песке, весь в клещах. Ну, ребята, купать раньше было нельзя, просто нельзя было купать раньше. А вот сейчас будем, да, солнышко? Так, сейчас луговым намоем. Так, да, да, мой золотой. Вот так. Сейчас, мой маленький. Все, ребята, сейчас мы пока намылимся, потом я опять вам его покажу. Да, котенок? 5 минут, малыш, 5 минут. Да, давай еще немножечко. Еще чуть-чуть. Надо обязательно выждать. Да, 5 минут надо выждать, солнышко. Ой, ты мой золотой. Ничего.
хотя бы половину смолим всего этого, да? Да, так. У ребенка чесоточный клещ. С него просто сыпется песок. Мы его уже дважды обработали, а теперь решили искупать. Если не поможет, ребята, будем купать дальше еще раз, а потом, наверное, просто обстригем. Ну что, козленок, что ты мне золотой? Да. Луговой. Самый лучший шампунь за все эти 20 годы, лет, какой я использовала. Этот самый лучший. Ну-ка. Чего ты мне золотой? Ребенок очень заражен. Ребята, на нем столько клещей, что с него просто сыпется песок. Это страшно. Намыливаю его уже второй раз. И все равно боюсь, что его придется просто подстричь. Но сейчас хотя бы избавим его от зуда. Ты мой золотой, да? Сейчас подсохнешь. Эй, хвостиком, беги, беги, да? Давай, еще немножко. Сейчас еще чуть-чуть подсохнет. И все. Да, и будешь красивый у меня. Все. Теперь скажи, я сам буду расчесываться. Все? Почти высох, козленок? А? Ничего. Все хорошо. Еще пару раз искупаем, и все будет просто замечательно. И все-таки, я думаю, надо ребенка обстричь на лысо. Мне так спокойнее будет. Посмотрю до завтра. Если зуд не успокоится, то значит обстригу. Хотелось бы, конечно, прохладно, чтобы ребенку сохранить его шерстку. Но он медвежонок. Ну, как ты себя чувствуешь, а, ребенок? Вот наш малыш, которого мы с вами прокапали, да, лапку. Покажи маме. Покажи маме лапку, козленок. Стой ты домой. Так вот, да. Все, уже все зажило. Мы накупались. Мы такие красивые, хорошие, да. А, ребенок. Да, 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 да. И с нами все хорошо. Все с нами хорошо, да, детеныш?